Всем здорова, с вами на этом мы продолжаем играть в игру под названием The Long Drive. И я сейчас только вон оттуда выехал на этом грёбаном москвиче, на котором я думал то, что придется ехать всю дорогу. Я выезжаю, смотрю, и тут домик. Я такой, ну ладно, может быть тут что-нибудь есть. И подхожу, а тут... Да, тут еще одна бабень. Две бабени, это круто. А тут вот какой подарок. Да, не обращайте внимания на то, что эта машина уже разобрана. Хоть по кузову она и блестит, но мне не нравится цвет. Да, я придрался только к цвету. И тут стоит... Та-дам! Это же моя машина! На которую я сейчас все погружу, и на ней как раз-таки мы поедем. Я на нее уже там снял все ржавые детали, ну, почти все... И готовлю уже к отбытию. Вот. Сейчас я думаю то, что можно подождать до дня, потому что ночью нифига видно не будет. Вот, мы прям в траве тут уснули. Вот это вот повезло, я понимаю, потому что я катался. Один раз было такое то, что ничего... В смысле, да что это за звуки-то такие? Ладно, не будем на них внимание обращать, к колодцам подходить тоже не будем, и, во-первых, это кто? Я слышал то, что прям около правого уха. Слышь, малой, ты там орешь, в колодце, я сейчас туда плюну, и тебе будет не очень-то весело. Ладно, садимся мы пока что в наш москвич. Давай, оба, потарахтели. Давай. Потихонечку, помаленечку подъезжаем сюда. Блин, чё тут слишком много травы. Так, выходим. Что-то реально слишком много травы. Но мне хочется, самое главное, слить бензин. Потому что бензин это самая важная вещь. Так, для этого я сейчас достаю... О, мы проехали это, и травы не стало. Мы достаем сейчас вот это. Да блин, да доставай ты масло. Вот, масло мы сейчас сюда. Багажник здесь мы оба открываем. Маслице мы кладем сюда. Вот так. Затем грузим воду. Так, да блин, да вытаскивайся. Вот чем мне этот москвич не нравится? У него очень неудобный багажник. Вот в Копендосе тут багажник вообще зашибись. Так, это у нас что? Это у нас что? Это вода. Кстати, я забыл посмотреть тут. Да. Вообще рай в этой игре. Очень везет. Так, сейчас сделаем вот так вот. И поставим пока что, чтобы вода сливалась. У нас сюда. Так. Пока что бочку всю. Кстати, мы можем всю бочку забрать. Жаль только, что у копейки нету фирменного багажника на крыше. А то был бы вообще жир. Взяли бы бочку, погрузили. Хотя, не знаю, если тут есть бочка с алкоголем, я бы ее, скорее всего, погрузил. Но, ладно. Так, а что? Еще один шланг! Можно вот просто петь. Аллилуйя! 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 Так. Теперь мы сделаем так, чтобы пока у нас тут будет сливаться, мы будем сливать бензин из той машины, из этой машины в канистру, и затем заправим вот эту вот копейку. Так, это открываем. Это, так, давай берем. Да, блин. Было бы очень сейчас неприкольно, если бы... Так, если бы просто сейчас эта бочка упала, вода бы начала выливаться. Берем это. Берем воду. И все, у нас пока что тут сливается. Да, я эту машину немного подразобрал. И, блин, жаль, что вот эту вот решетку нельзя снять и поставить, к примеру, вот эту вот, которая прям сверкает. Но, да, я не знаю, возможно, вы захотите на меня там много бранных слов накидать в комментариях за то, что, блин, лучше бы ты взял бы вообще вот чистенькая она, перевесил бы двери, ладно, по цвету не подходит, хрен с ним. Но... Тут я чисто выбираю машину из-за цвета. Просто чтобы было с наслаждением ехать. Хотя и до копейка, и так с наслаждением будешь ехать. Вот. Так, и
И сейчас мы как раз-таки будем делать наше злобное дело. Так. Сюда. Это. А, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ладно, сейчас я пока вот так вот обойдем, возьмем вот так, затем вот так. Все. Так, это открыва. Так, где open? Так, это open. Так, на троечку у меня, да, тут шланг есть специально приготовленный. Так, F. F. Оба. Тихо, 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 тихо. Нет, 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 сука, нет, не сметь, не сметь, сука, пошла. Блять, такая машина. Так. Так, 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 так. Да ты, сука, переворачивай ее. Бензин, мне кажется, весь отсюда уже вытек, да? Да хватит. А? Да, бензина все нету. Как говорится, хотел как лучше, получилось как всегда. Так, это мы пока что туда выкинем. Лучше мы вообще с этой машины снимем колеса. Лучше уж вообще снять, чтобы не было ничего такого плохого. А, вот он шланг. Все. Так, теперь. Я не знаю, куда это колесо запульнулось, но... Его и нету, ну и хрен с ним. Так. Теперь берем один конец шланга. Воткнем его сюда. Сука, куда ты полетел? Куда ты пополз? Давай ко мне. Ко мне шланг. Вот. В смысле не... Наконец-таки я нашел этот джекпот. Такс, такс, давай. Это я не знаю, что за запчасть. Я ее пока что вниз сюда тоже спущу. Хоба. Но самое для меня жизнерадостное, то, что я нашел тут бензин. Он, оказывается, был на втором этаже. Так, тогда я не экспериментирую. Тогда я не экспериментирую, потому что я не хочу еще раз вылить этот бензин. Так. Идем сюда. Смотрим, это точно... Да, это точно бензин. Все. А то у меня уже глаза не верили. То в этой игре ничего нету, а то... Так, это от чего? Это от копья? Сейчас я на примере этой машины посмотрю. Так, 2 из 5 из 5. Так, на этом нифига нету. Окей. А это... Это я не знаю, это какой-то... Ладненько. Может быть, даже мы и это сейчас погрузим, но... Это мы уже погрузим в самый последний момент, когда мы закончим вообще вот грузить все для машины. Воу. Нормально так. Мне почему-то это, кстати, напомнило это из бесконечного лета 3D, как там день с ночью сменяется. Хоть тут и кожаный салон, возможно, и тут тоже кожаный, но я не особо вижу, не особо так лучи солнца падают. Вот, но... Ладно, не будем тянуть, как говорится, яйца за кота. И сейчас поедем, будет тест-драйв такой небольшой. Так, тут можно... О, а тут можно, оказывается, свет уже включить. Так. Тогда мы сейчас садимся сюда. Это ставим вон туда. Все у нас окей и зашибись. Так, и все теперь будет окей у нас. Так. С этой машины, я так думаю, можно было бы поступить следующим образом. Так. Выходим, выходим. И давай. Москвич, как ты меня достал, да? Как ты... Так, ты офигел? В смысле? Так, и... Давай, москвич, до свидания! Блин, я думал то, что тут обрыв, и он прям упадет и взорвется. Было бы так эпично и вообще круто. Ладно, но тогда мы сейчас все. Тут мы тоже закрываем. Это мы закрываем. Придет сейчас хозяин такой скажет: так, кто мою ласточку тут трогал, а? А мы все перевесили на нашу.
Так, и я сейчас хочу еще раз проверить, что да как. Если ничего не будет, то... Ладно, ладно, и тебя заодно возьмем. Как говорится, девушек много не бывает. А уж тем более в путешествии. Так, как говорится, веселей дорога будет. Так, вон там пока полежи. Подруга твоя там пока что спит. А мы тем временем... Кстати, а сколько у нас тут в бензобаке? 1 на 2 литра? Ну, пока что, я думаю, пойдет. Ладно, закрываем. Берем, настраиваем зеркала. Это обязательно вообще. Прежде чем ехать, начинать движение, надо настроить нам зеркала. Так, хоба. Все, девушки, вам там удобно? Так, и хорошо, и... Блин! Как будто... Блин, почему звук такой, как будто, я не знаю, какого-то я... То ли маслкара, то ли еще как у чего. Потому что у копейки, насколько я помню, обычно какой-то пердящий звук. И... Так, давай, катим. Давай. Оба. Раз, два, три. Поехали отсюда. Так. Немного потрясет. Блин, я помню, как когда-то давно с дедом на копейке ездил на таком же Жигуле. И на ямах это, блин, просто, я не знаю, какой-то батут. Так. Самое главное, нам машину не укокошить прям сразу же. Вода у нас в норме. Бензо, блядь. Я на бензобак чуть не засмотрелся, на датчик бензобака. И чуть не влетел в уже наш любимый столбик. Так, ну бензобака не очень, но я думаю, то, что нам хватит. Да? Так, нет. Чё-то, блин, носит машину, не знаю как. Хоть арабский дрифт тут сейчас устраиваю по пустыне. Правда, у нас главный герой тыква, а не арабский шейх, так что... я сейчас думаю вот о чем. Оба. Так, вовремя я это убрал, вовремя, иначе бы сейчас улетели бы могли. Так, стоп, не надо. А тем временем мы едем уже 100, блин, почти 120 км в час. Нормально так. Так. Да нет, не. Нет! Блин! Так. Так, да давай в горку! Так, давай. Давай, поехали! По чуть-чуть вытягивай! Все-таки видно то, что машина уже... Блять, я бардачок еще не закрыл. Ну, как всегда. Едем, как говорится, навстречу приключениям. Девушки там уже наслаждаются приключениями. А почему бы и нет? У них же есть личный водитель. Тыквоголовый. Я буду нашего главного героя называть так, тыквоголовый. Потому что у него тела нет, у него вместо головы тыква. И, как по мне, очень даже подходит ему это Блять. Так, значит, сейчас еще одна построечка будет. Сейчас еще одна построечка будет, и это будет зашибись. Так, ну и... Либо сейчас может быть, ну, как я называю это, бункер с водой. Да, я как раз-таки этого и ждал. Кстати, может быть... Хотя воды у нас предостаточно. Тихо, блядь. Ну, тормоза, конечно, тут... Блин, был бы к лучшему сменить их. От греха подальше. А то мало ли. Так, все. А, открываем, выходим. Эх, все-таки нашел я ту машину, про которую говорил я с первой. Не понял. Прогрузочка там была. Так, я думаю, то, что нам сейчас даже надо бы сохраниться. Так, сохранение. Да, я уже прямо сейчас сохранялся. Так, сохранить. Назад. Все. Прогрессик мы сохранили. А, так, тут у нас что? Тут у нас... Да, тут у нас вода.
А здесь у нас, как обычно, нифига. Как обычно, нифига. Ну ладно, поехали мы тогда дальше. Навстречу приключениям. Я бы, кстати, хотел ночью ехать, потому что ночью и радио тут включить. Я уже подучил некоторые радиостанции, которые тут есть. Тут, к примеру, 100... Блять, я думал то, что машина не ездит. Я такой, в смысле, ты офигела? Я только машину эту начал нахваливать, и она не едет. А оказывается, я сейчас ручник не снял. Ладно, разгоняемся. Нифига себе, 120. Давай до 140. Давай. Давай до 140 дойдем. Все-таки чувствуется в этой машине русская душа, даже через игру. И как по мне, это вроде бы копейка. Но не первую модель, потому что... потому что здесь, насколько я вижу, не серебряная панель, или это другая модификация. Вот, а как будто бы сделано под дерево. Такие были вроде как вот... Блин, я вот хочу посмотреть, что там за подобие врат из фильма Warcraft. Вот мне прям не терпится туда съездить, я сейчас даже отклонюсь от курса. Правда, куда мы едем, неизвестно. И хочу посмотреть вот на эту достопримечательность. Что же это тут такое? Надеюсь, то, что мы не перевернемся. Иначе было бы очень и очень обидно. Так. Тут... Да, блядь, да тормози! Так, все. Выходим, дышим свежим воздухом. Жаль, что тут... Воу! Это что, типа кладбище? Нормально так. Крест нашли могильный. Так, а тут есть какая-то запись на нем? Не, ничего нету. Ладненько. Ладно, пошли вот этот вот тогда портал поисследуем. Я это буду порталом называть. Или проход. Кстати, а может быть это реально? Я просто не хочу, если это действительно то, о чем я думаю, я не хочу машину тут бросать. И у меня есть один вопросик. Если поехать не по дороге, а куда-то туда в пустыню, я куда-то приеду или... Или просто чисто наткнусь на невидимую стену и скажет игра, иди-ка ты нафиг на дорогу, возвращайся. Путник хренов. Так, я тут пока что решил музыку найти, и... Довольно-таки здоровская музыка. В 8-битном таком стиле. Я одобряю, мне очень нравится. Да, едет, едет наша корыца. Да, и как я говорил уже, то, что у нас чувак тыква... Чего? Чего, блядь? Нифига себе, у нас подлагнул. Там канистры, там канистры. У нас самое главное тут это канистры. Офигели, у нас сейчас бензин закончится, а? Так. Ладно. Пока что выключаем эти... Здравствуйте, мадам. А вы что тут забыли? Идите-ка вон туда. Вот посмотрите, берите предметы с вашей подруги. Она вон сидит спокойно в... кресле, немного мандражируют, да и все. Так, где бензин? Вот, бензин. Я сейчас тогда предлагаю сразу же заправить машину. Особо не мелочиться. Ибо... скоро у нас закончится бензин в машине, да? Ну да, 0,5 у нас. Вообще все зашибись. Так, я сейчас тогда хочу сделать следующее. Раз. Потом. Опен. Опен. Так, два. Я надеюсь, что ты лагать, скотина такая, не будешь. Потому что мне не хочется, чтобы у меня бензин сейчас вылился последний. Так, хоба. Берем. О, заправляем, заправляем, заправляем. Так, заливаем полный бак. Полный вообще бак. Так. Все. Это берем сюда.
И кладем, и кладем, и кладем. Давайте-ка положим. Так, ты куда это выкинуть собрался? Жмот. Так, давайте положим-ка это. Ну почему бы не сюда? Почему бы это не положить сюда? Так, теперь это мы закрываем. 5 литров. Вообще жесть. Так. А тут у нас что? Да, это бензин, который мы слили. Это мы берем с собой на всякий случай. Вдруг нам пригодится. Вот. Ну то, что подлагнуло, это... Мне типа игра намекнула то, что... Ну, хватит уже ехать, давай заправь свою машину. А то едешь, едешь, едешь и едешь. Так, масло, масло, масло. Ладно, мы это тоже в багажник сейчас сюда запихнем. Все, закрываем. Закрываем тоже тут. И едем сейчас навстречу чему-нибудь, я не знаю, неизведанному. Так, нет. Не, 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 не. Я надеюсь, лишь бы ничего не... Ну, естественно, естественно. Фух, на колес приземлилось, и то спасибо. Так. Такс, нет. Как говорится, все, приехали. Опять сейчас идем, грузим все в машину и едем дальше. Я уже какой-то раз пятый или шестой переворачиваюсь. Может, мне реально что-то надо выложить? И опять все ровно из багажника выпадает. Я не пойму, почему ее сносит вправо именно. Но, возможно, то ли центр тяжести. А, ну, естественно. Слишком толстые это девушки. Они тут сидят и... И весь вес машины переходит на правую сторону. Надеюсь. Иначе что-то с машиной не то. Или вот будет прикол, если я захочу посмотреть сейчас, что с машиной, а там... такс. Там... Токс. Тихо, тихо. Там ничего нету, да? Ладно, мы пока едем. Блин, машину носит так, как будто я не знаю. Какой-то дрифт заезд, блядь, у нас нет. Нет, 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 нет. Фух. Фух, слава богу. Наконец-то. Я думал то, что я опять сейчас улечу туда. Так, опять прогрузочка. Чё-то я не знаю, эта карта, точнее, сид так рандомно сгенерировалась очень удачно. То есть у нас появляются новые и новые постройки. И, во-первых, вначале мы нашли эту машину. Вот, я без записи. Большую часть на нее там перелепил, там с другой копейки, там с москвича некоторые запчасти взял. Вот, и у нас сейчас... Так, я буду заранее лучше оттормаживаться, потому что... Потому что... Стоп. У нас тут заправочка. Так. А это мне уже нравится. Стоп, что тут? А это мне уже... Ох, как нравится. Это, видимо, автор этой игры. Ладно. Нормальненько. Так, а мы можем? А мы можем? А мы можем? Пожалуйста, мы можем тут заправиться? Блин, видно то, что бензоколонка почти новая. Да, тут, разумеется, ни хрена нету, так в толкане есть что? Ничего. В колодец. Я прыгать не буду по предыдущему моему опыту. Так, тогда уже садимся в машину. Кстати, а может быть как-то... Гейминг Каналис. Каналис. Вроде как Канада, но вроде как и анализ. Ладно, садимся тогда в машину. В нашу замечательнейшую ласточку. И погнали дальше смотреть, что да как. Я думаю, то, что когда мы приедем уже в следующий пункт, я думаю, то, что там как раз таки серию можно будет и приостановить, закончить. Вот. Но мне и так уже понравилось. Во-первых, я нашел ту машину, которую я с первой серии искал в этой игре. Да, это вот эта вот копейка. Да, ее сейчас сносит. Блять, 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 блять. Да, у нас тут арабский. Я надеюсь, у нас ничего не вы. Ну, естественно, естественно. Как? Здорово. Так, давай, давай, давай.
Вот, все. Такс. Блин, первое лицо. Так, это... Круто. Так, это теперь открываем. Выходим. В смысле, хрен ли ты машину завел? Хрен ли ты машину завел, полудурок? У тебя сейчас бензин там будет заканчиваться. Так, а сколько у нас до того, как он закончится? Насколько... А, у нас еще 4 литра. Мы можем уже в такие звезды, в зебеня умотать то, что... Ладно, так, это у нас что? Это у нас вода. Блин, что-то серия открывания багажника и складывания туда всего. По новой и еще раз по новой. Я не знаю, не прошло то ли 5 минут, то ли еще скольких. Мы уже опять грузим все в багажник, у нас опять все нахер вывалилось. Вот этим позитивом мне как раз-таки эта игра и нравится, то что тут игра находит для тебя занятие вообще. Ох, как хорошо. Ох, блин, видел бы это сейчас мой инструктор по вождению. Меня бы к машине никогда бы не подпустили. Да какого хера, а? Дайте я угадаю, сейчас опять все вывалится, да? Господи, сейчас опять что ли все вывалилось, да? Да нет, вроде бы у нас все нормально тут. Так. А у нас что-нибудь вы... Так, что-то пошло сейчас не по плану. Какого-то фига мы сейчас отодрали багажник. Ладно. Буду думать, что все нормально. Так, шланг. Ты мне еще пригодишься. Ты мне еще... Ой, как хорошо пригодишься. Так. Ладно, откроем тогда сейчас дверь. Дамы, вам шланг не нужен. Я не знаю, там поиграть, порезервите с ним. Все. Так. Опа. Как обычно в копейке закрывают двери. Со всего размаху, пока не дашь, дверь не закроется. Раз. Оба. Все, поехали. Я надеюсь, то, что сейчас-то нормально мы доедем до ближайшей, я не знаю, там, остановки, заправки, бункера с водой, может быть, еще какой-нибудь домика. Потому что если сейчас будет все опять вылетать у нас из багажника, это будет очень и очень фигово. И мне либо придется чем-то жертвовать, что-то оставлять, либо, я не знаю, либо каждый раз по новой складывать все у нас в багажник. Да, ехали нормально-нормально, потом подгрузилась немного игра, и я такой думаю, ура, приедем сейчас в какой-то пункт. Или в домик, или еще что. И заговняли всю машину. Я не знаю, может быть, тут есть тряпочка в этой игре, чтобы все это протереть. Чтобы потом отмыть машину. Кстати, это очень, кстати, было похоже сейчас на... А, не-не-не-не, это заправка, это просто заправка. Ладно, тогда сейчас полутаем ее, посмотрим, что же тут такого есть. И думаю, то, что на этом приостановимся. Так. Так, это мы выключаем. Это все. Так, есть тут что-нибудь? Пожалуйста, бензина, подайте, добрые люди. Да, что-то мне кажется, где-то я уже такое видел. Заправка, на которой вообще ничего нету. Ох, блин. Такс. Я не знаю, этот тюнинг мне оставлять или нет. Хотя пока оставлю. Не мешает и очень даже хорошо. Ну а я думаю то, что пока на этом мы приостановимся. С вами был Настя. Если вам понравилось данное видео, то ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи. Всем удачи. Всем пока.